товарищи. Товарищи, хочу сказать тост. Пожалуйста, внимание. Я очень рад, что мы все здесь собрались, сели и глядим друг на друга с улыбкой. Но мне очень хотелось бы выделить двух чудодейственных мужчин. Товарищи монтажники, встаньте, пожалуйста. Ну что? Эти люди принесли в наш двор не просто вот эту гнутую тарелку. Они принесли вместе с этой тарелкой прогресс и светлое будущее. Так вот, давайте же выпьем. Выпьем за это светлое будущее, которое бы нам всегда озаряло наш путь. Уаме, за нас, товарищ Абрамович! Ну, конечно, не водка, но тоже оружие. Ну, да, правильно. И я могилу мила. Yeah.
Видишь, что? Да, нет, говори. Да. Максим, говори, я тебя прошу. Я не обижусь, я обижусь. Ты обидишься, я... Максим, я тебя обижусь. Да. Созрел малец. Нет.
избавиться от чувства величайшей радости. Сердце, оно само трепещет в груди при взгляде на вас, милые девушки. Вы даже не представляете, какие чувства рождаются вот у нас, вот здесь, когда очень-очень хочешь подойти, но все никак не решаешься. Очень опасные чувства. Я, кажется, вас понимаю. О, затянула зуба! Зажарчик, конечно, зажарчик красивый девушка. О, доля соловья, звонкоголосой птицы, о, сладкая судьба пернатого птенца! Ему дано весь век беду выплакивать, а мне двуострого меча удар принять. О, город, город мой, поверженный во прах, обильными дарами, алтарям несчастный мой отец спасти хотел троянские твердыни, но тщетно! Город наш
изведал худшее, а я комком кровавым упаду сейчас. Так пусть же под фатой, как новобрачная, не прячется теперь мое пророчество. Часы восхода, ветер гонит на море волну к востоку, к солнцу, так и вещий вихрь пускай выносит ныне за бедой беду на свет. Не буду говорить загадками, я побегу во след зла до днишнего, а вы подтвердите правоту мою. Меня кружит пророчество безумный вихрь и мучит боль предчувствий. О, беда! 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 Браво! Браво, Лидия Михайловна, да как всегда не подражает. Да. Ирина Платоновна, нам... Да. Вам. Да. Нам всем стоит перечесть Агамемнона. Лидия Михайловна, это, конечно, все очень хорошо, замечательно. Ну, честное слово, вот лучше бы что-нибудь успели. Ну, мы же не в театре собрались, с друзьями сидим, правильно? Кто ты сегодня утром ставить? Танюша, виноват. У меня просто первый день отпуска. Я хотел поспать, вот и все. О, опачки, советский милиционер извиняется перед народом. Танюш, я тебя поцелую. Вы бы лучше поскорее из отпуска выходили, а тут у людей велосипеды пропадают, товарищи, с милиционерами. Харитон. Что? Харитон. Аккуратный почтальон, будь аккуратней. Да. Смотри, что есть. Да спокойно, у меня подарок тебе. Смотри. Ты же катаешься на велосипеде. Вот удостоверение. Держи! Договорились, повторив 100 раз подряд, самый лучший город в мире – это город Ленинград. Как ты думаешь, у меня получится сдать экзамен? Да, конечно. Я что, зря тебя целый день фотографирую. Комсомолка Светлана – лучший экскурсовод Ленинграда. Запишешь меня на свою экскурсию? О, ну уж нет. Ты будешь смеяться, я точно все забуду. Так. Комсомолка Светлана решила оставить своего друга в неведении? Тебе что, правда, интересно? Ну, конечно. А потом, как я сделаю репортаж, когда не побываю у тебя на экскурсии? Его что, правда напечатают? Я же тебе говорю, правда. Правда? Ну, конечно, я же тебе говорил, я хочу сделать репортаж. Один день из жизни обычной комсомолки, 2 разворота, 16 кадров. Молодой человек, не отвлекайтесь. Лучше обратите, пожалуйста, внимание вот на то сооружение. Заложенное 27 мая 1703 года на Зайчьем острове крепость стала ядром нашего славного города. Устала и стала. Ты и сам это знаешь. Конечно, граф Шереметьев и имел крепостных, и... Но он...
Светланы на дворик с любовью глядит. Последний кадр. Дима, а как ты назовешь свой репортаж? Не знаю. Может быть, когда мы были в июне. Странное название. Почему? Мне нравится. Просто понимаешь, в июле будет другая жизнь. Хорошая, но другая. А сегодня этот двор, это радио. Потом, знаю, мы тут все вместе. В начале июля. Жень, я
Я не хочу больше ждать, Женя. Женщины
Женщины.